Александр Лукашенко не испугался. Несмотря на предупреждение руководителей НАТО о том, что в Белграде ему не будет гарантирована безопасность, он все-таки прилетел в югославскую столицу. Прилетел с одной целью – хотя бы на несколько миллиметров приблизить мир в Югославии. Я рад, что я прилетел в это трудное время для этой страны в Белград. И я думаю, что, я уже сказал, в аэропорту в Минске, если на несколько миллиметров мы приблизимся к миру в это время, и мы будем способствовать этому, белорусская делегация. При разговоре с Милошевичем Лукашенко в первую очередь рассчитывал на свои дружеские отношения с югославским лидером. Однако высказывался он не только от своего имени. Это концептуальное продолжение переговоров, которые были начаты здесь Евгением Максимовичем Примаковым. Мы каждый день с ним координировали, уточняли позиции, и вот только вчера мы согласовали одну новую идею, которая могла бы продвинуть здесь мирный процесс, и я пока о ней говорить не буду, и мы обсудим ее с президентом. То есть мы целый комплекс везем проблем, взаимосогласованных Беларуси и России. Я, наверное, скорее всего, здесь выступаю как председатель Высшего Совета Союза Беларуси и России, не только как президент Беларуси. Согласованную позицию России и Беларуси Лукашенко в течение 2,5 часов обсуждал с глазу на глаз со Слободаном Милошевичем. Происходило это под звуки воздушной тревоги, объявленной в Белграде через несколько минут после приземления самолета белорусского президента, и на фоне новых бомбовых ударов натовской авиации. Главное, в чем убедился в ходе переговоров Лукашенко, президент Югославии твердо настроен сохранить территориальную целостность страны, обеспечить равные права всем ее гражданам и не пытается втянуть Белоруссию и Россию в войну на Балканах. Из этого, по словам Лукашенко, и должны исходить НАТО и другие заинтересованные стороны. Кроме того, югославский президент еще раз подтвердил свое желание решать все проблемы мирным путем и заявил о готовности ввести в Косово гражданских наблюдателей ООН и других международных организаций, не связанных со странами-агрессорами. Слободан Милошевич передал белорусскому президенту официальное прошение о вступлении Югославии в Союз России и Белоруссии. И уже известно, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Высшего Совета Союза. Денис Бородкин, Новости ТВ-Центр.